Мы решили провести свой опрос и узнать у кировчан, стоит ли переименовывать улицы в городе. И вот какие результаты получили. 46% опрошенных заявили, что их устраивают те названия, которые есть сейчас. Нейтрально относятся к изменению 29% проголосовавших. Еще 20% считают, что переименование уместно, если улицу назовут в честь человека, который сделал что-то важное для Кирова. А как относятся к идее переименования улиц прохожие в городе, узнаем из рубрики «Мобильный журналист». С одной стороны, в принципе, неплохо, что меняют названия на людей, которые для нашего города значимы. Но, с другой стороны, это привычка, когда люди уже привыкли к другим улицам. И как бы сложно, не знаю, для автомобилистов, наверное, будет сложно как-то найти пути. А смысл? Не знаю. Путаться потом опять. Думаете, путаница возникнет? Конечно. Почему бы не переименовать или назвать какую-нибудь новую улицу? Зачем переименовывать ту, которая есть? Все почему уже... не построить новую? Да, строится куча всяких разных новых микрорайонов, где есть улицы, которые вполне можно обозвать хоть Лиханово, хоть Плеханово, как угодно. Зачем переименовывать улицу, к которой уже все привыкли? Ну, это же как бы, даже юридически, это же смена адресов. Но я считаю, что, может, ближе к старому все-таки история человека учит. Вот. Я думаю, что лучше возвращаться к чему-то к старому. Смотря какую улицу и смотря в какое, скажем так, название собираются переименовывать. То есть, вот, например, если взять по городу, когда хотели переименовать Киров-Вятку, ну, для меня кажется, как-то уже это не актуально, слишком старомодно. То есть я бы, например, ставила прежнее название. Поэтому. То есть, опять же, смотря какого писателя, либо нашего другого земляка, известного человека, переименовывать улицу, уже исходя из этого смотреть. И вообще, будет ли это актуально, откликнется ли это жителям? Нежелательно, конечно, чтобы знали все, что эта улица была такая-то раньше была, и сейчас осталась она такой. Сейчас начинают менять просто многие улицы, непонятно зачем, для кого. Я думаю, что не стоит. Да зачем? Мне кажется, какие есть, такие есть. Привыкли же люди. Вы думаете, путаться будут? Ну, насчет путаться не знаю, но... Смысла не вижу в этом особо.